назовнішні. Сонце красне піднімалося, сонце красне піднімалося, сірібрістий росою умивалося, сірібрістий росою умивалося, собиралося в путь дороженьку. Thank you.
экологии в России. Мы с вами привыкли к тому, что под словом экологии мы понимаем всегда охрану окружающей среды и ошибаемся, потому что экология природы неразрывно связана с таким понятием, как экология культуры. Экология природы сохраняет и передает генетический код человека, а экология культуры делает то же самое с его социальной памятью. И если нарушение экологии природы грозит физическому существованию человека, то нарушение экологии культуры ведет к обнищанию его духовной жизни. И мы с вами на самом деле видим, что те глубокие цивилизационные сдвиги, которые в последнее время происходят с огромной скоростью, коснулись не только окружающей среды. Они действительно коснулись и характера духовного мира человека. И такие очень важные для нас и ценные понятия, которые мы сохранили с 20 века, как красота, доброжелательность, взаимопонимание, взаимовыручка, сейчас, к сожалению, становятся исключением, а не нормой жизни. И это духовное оскудение человека стало следствием отрыва людей от природы, от своих корней. А ведь многовековой опыт наших с вами предков – это сокровищница народной культуры, это народная экология. И потому в 2017 году мы по праву много будем говорить о важности воспитания любви в человеке, к родной культуре, к родной речи, к родным песням, к родным танцам, всему тому, что составляет огромный наш культурный пласт. И, конечно, в рамках воспитания любви к родному краю мы обязательно будем говорить о своих малых родинах. Нам с Маляном очень повезло. Мы своей героической землей гордимся, потому что это родина великих людей, это земля великих событий, и наш город по праву воспет в творчестве наших замечательных земляков, поэтов и композиторов, которые с огромной любовью писали о Смоленщине. Родина моя, мама я, дива неяркой красы, там, где дорога усталая, тихо уводит во псы. С далью Днепровской повенчана сизых небес глубина, низкий поклон мой, Смоленщина, край синеглазого льна. Добрый, простой и застенчивый, люди тебя нарекли. Низкий поклон мой, Смоленщина, корень российской земли. Thank you.
Валерий Ильинков на стихи Татьяны Гусевой. Смоленский ёл. Oh!
Смоленской области Таня, Татьяна. Представили нам студенты Смоленского государственного института искусств. Какая красота, какая сила в нашем народном искусстве. Сегодня к нам потихоньку возвращается национальная память, и мы по-другому, теплее относимся к старинным праздникам, к традициям. А ведь они не просто огромны, глубоки, они очень важны для нас, потому что в том огромном наследии, которое дошло до сегодняшнего дня, в художественных промыслах, в культуре народной, оно уже просеяно через сито веков, осталось для нас самое ценное. И в этих пословицах и поговорках, сказках, преданиях и легендах, которые мы с вами еще помним, содержится колоссальный опыт наших предков, которые, можно сказать, уже не веками, а тысячелетиями наблюдали, сопоставляли, чтили законы, управляющие миром, и пытались жить в согласии с природой. И, наверное, поэтому огромный пласт музыкально-песенной культуры наших прапрапрапрадедов связан с народным календарем, в котором нашли свое отражение и будни, и праздники славян, традиции которых каждый раз оживают на сцене, когда к зрителю выходит замечательный фольклорный ансамбль солистов «Таусень». И сейчас они представят нам очень веселую, обрядовую трудовую игру «Кострома». Thank you.
Yeah.
сегодня, говоря об экологии культуры, мы должны совершенно особо выделить одну тему. Это сокровище нашей нации, это памятник культуры, русская народная песня. Если народ перестает исполнять свои песни, он перестает существовать как нация. Вы знаете, замечательная артистка, великая исполнительница народных песен на сегодняшний день Татьяна Петрова рассказывала, что в Японии учащиеся музыкальных школ должны знать в обязательном порядке 10 русских народных песен как совершенных мелодических и гармонических образцов. А могут ли наши школьники вот так сходу, даже музыкальных школах, те, которые обучаются, взять и исполнить, хотя бы назвать подряд 10 русских народных песен? Наверное, нет. А ведь песня – это хранилище души народной, без песни и народа не будет. И если мы сейчас не запоем свои песни, мы просто растворимся в чужеродных мелодиях, в чужом духе, в чужих мыслях. И такое счастье, что есть еще в нашей стране те люди, которые с любовью и очень бережно хранят и исполняют русскую народную песню. И в их числе замечательный коллектив, ансамбль «Русская душа», художественный руководитель, заслуженный работник культуры России, лауреат национальной премии «Душа России» Лариса Лебедева.
Смоленского государственного института искусств. Конечно же, народная песня, а шире и весь музыкальный фольклор – это основа для профессионального композиторского творчества. И в этой связи, конечно же, сразу вспоминается самая известная фраза Михаила Ивановича Глинки о том, что создает музыку народ, а мы, художники, ее только аранжируем, украшаем и перекладываем. И с нашим великим земляком наверняка согласились бы и самые известные советские композиторы прошлого столетия, да и нынешнего века, потому что в их творчестве традиции народного мелоса продолжают жить. И сейчас случается так, что песня эстрадного автора уходит в народ. Ее считают народной, и это самая высшая награда для любого композитора. Это настоящее признание. И в качестве иллюстрации ансамбль «Русская душа» хотел бы сегодня подарить вам две такие песни, которые мы считаем практически народными. Это песня Георгия Пономаренко на стихи Сергея Есенина «Отговорила роща золотая» и самая народная песня Игоря Матвиенко на стихи Александра Шаганова «Выйду ночью в поле». Больше.
Стой!
Окончание праздника Александры Пахмутовой открыл второе отделение концерта наш прославленный коллектив Смоленский русский народный оркестр имени Виктора Павловича Дубровского. Скричает радость на волне, скоморошит бронзовый бубенчик.
первый след к разбьюженной весне. Thank you.
в облака. Смоленщина, я все тебе приемлю, до камушка, до струйки родника. Oh.
Московского народного оркестра имени Виктора Павловича Дубровского прозвучат миниатюры «Хоровод» и «Эх, вы сами» и «Сюиты» Андрея Бызова для русского оркестра. Thank you.
Васильевна, прозвучало исполнение лауреата Всероссийских международных конкурсов вокалистов Людмилы Каминской. Русская народная песня в обработке Веры Городовской «Травушка-муравушка».
грустно нарядная, она сама, как дивный сад, бежит волна неторопливая, простор полей ласкает глаз. Какая родина счастливая, и это счастье все для нас.
моя, земля родная, тебе навеки предан я, и древняя, и молодая, живешь ты в сердце у меня. Земля садов, озерный синий, твой лен высок, густых хлеба, недаром, матушка Россия, любовью жалует тебя. И весь народ, с тобой по праву печаль и радости деля, зовет землей русской славы тебя, Смоленская земля.